Итак, друзья, всем приветик. Очередная посылка из Китая. Сейчас мы ее будем вскрывать, но предположительно там располагаются две посылки, заказанные, скажем так, одновременно. Поэтому я надеюсь, что это видео потом, как некоторые говорят, раздвоится. Потому что два устройства в одном видео распаковывать это как-то неправильно. Ну да. И вот они, две коробочки сразу. Продолжение будет разное для разных видео. Ну что, друзья, продолжаем. Вот такой вот браслетик у нас попадает в обзор Тубль 2. Кто не понял, объясняю. Смотрим видео заново, поймете, почему номер 2. Вот так вот он красиво выглядит. Ёперный бабай. Он реально зачетно выглядит. Так, во-первых, смотрим, что у нас там. Не будем пока офигевать. Тут у нас кредл зарядный. И инструкция пользователя. Но русского языка нет, но английский есть. Есть QR-код для скачивания приложения. Поскольку у меня этот телефончик не супер быстрый. Сейчас мы это дело отсканируем. Посмотрим, что за приложение. Кто не в курсе, для активации QR-кода нужно его отсканировать. Что-то мне не верится. А, все равно Glory Fit, по-моему. Как и я уже недавно использовал. Ну-ка. Открыть браузер. Да. Ой, нет, Power Fit. Стопы. Заново. Он точно не ошибся? Ну-ка. Да, Power Fit. Я думал Glory Fit. Нет, я думал, блин, я не прав. Смотрим. Открыть браузер. Ну давай, открывай уже Google Play. Установить. Ну и пока смотрит, скачивается программа, смотрим, что мы имеем. Во-первых, передок заклеен целочкой. Люблю я это дело отрывать. Корпус выглядит монолитом. Просто жесточайшим таким конкретным. Вот ему бы еще защиту переднего стекла, было бы вообще отлично просто. Сзади у нас 4 каких-то моргающих диодика в будущем. О, 3. Он ругается, он говорит, нифига не 4. И контактная площадка, потом непонятный 4-й диод, и посередине приемное окошко, куда должны, видимо, получать сигналы. Ой, нет. Часы должны получать сигнал от тех диодиков, которые моргают. Видимо, 3 это для одного чего-то, а 4-й, видимо, для чего-то другого. Одеваем на руку сразу, потому что меня как-то заинтриговал такой браслет. И мы видим, что это сплошная вентиляция. То есть везде видно руку, надеюсь, потеть не будет. Сел, кстати, как родной на мою костлявую тощую руку. И теперь бы понять, у нас только кнопочка снизу активная или экран тоже активен? Нет, только кнопка снизу. Первый функционал это у нас шагомер. Потом у нас дистанция, калории, пульс, спортивные режимы, которые, наверное, длительным выбираются, да? Точно, бег, велосипед, плавание, скакалка, пинг-понг, бадминтон, теннис, спорт... Все, видимо. После спорта у нас идут сообщения, таймер, ну и функционал, то бишь настройки по-русски, я думаю. Подсветка. Найти телефон и рассказать о браслете. Ну и также выключить. Все. А это меняется у нас? Ну-ка. Ага. Так. 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 То есть 3. Нет, подожди, больше. Вот, со списком. 1, 2, 3, 4. 4 экранчика. Ну, прикольно. Выбирается длинным, да? Да. Все. Время у него, конечно же, неверное, потому что к приложению мы пока не подключились. Открыть. Вот эту приложуху я, честно скажу, ни разу не трогал. Разрешить. Согласен. Вот все время мучает. А если я нажму не согласен, что будет? А он говорит, что он меня как раз уже вроде как и хочет знать. Нифига, мне надо, не забыли, мне надо зарегистрироваться.
Вот, сюда надо нажать. Ну, кстати, они все друг с друга слизывают, капец. То есть тут дизайн один в один, как у другой программы. Получить код подтверждения. И он, по идее, должен свалиться на почту. И что, он должен как-то, я не понял, узнать с почты? Вот мне вот интересно, вот они делают такие программы, а о чем они думают? То есть я должен сейчас лезть на почту, да, во входящем сообщении, а вот оно уже всплыло. Я получаю гребаный пароль для того, чтобы заново вернуться в ту программу и объясняю. У кого телефоны имеют мало оперативки, вы вернетесь в программу, она уже забыла про то, что там какой-то код где-то там вообще чего-то. 244-276, наверное. Посмотрим. 244-276. И что дальше? Придумайте пароль. Ну, пароль так пароль, попробовал, ввел. Смотрим, примет или нет цифровой пароль. Сохранить. Вроде принял. Пробую ввести пароль. Входим, пробуем. Ну, картинка, кстати, красивая, ничего не скажу. Сохранить. Короче, понятно, ему надо все опять разрешить. Да иди ты лесом. Следующий шаг. Потом без тебя настрою. Опять мужчин. Вот я и говорю, у меня уже были программы, которые также писали. Программисты, видимо, одни и те же пишут. Следующий шаг, я сказал. Следующий шаг. Следующий шаг. Полный. Ну, типа, дальше, наверное. Ждем. Сейчас мы будем связываться со смартфончиком. Кличка. Не кличка, а почта, блин. Ламер. Возраст 40 лет. Да я знаю. Старею. Разрешить. Поиск. 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 Что-то нашел. Надеюсь, это оно. Прием рисует всего половина. Вот это плохо. Значит, антенна будет слабоватая. Интересно как. Я что, не к нему подключился, что ли? Я к какому-то другому устройству подключился. Будем изучать, как отключить устройство. Отвязан. Подтверждаю. Связать. Вот, кого максимальный прием надо. Не к тому подключился, блин. У меня же гаджетов-то дофига. Ну-ка, надеюсь, теперь время верное. Вот, все. Теперь мы живем. Теперь у нас все хорошо. Смотрим спортивные режимы прямо здесь. Каруселькой прокручиваются. Бадминтон, теннис. Пешком бег. Верховая езда. Верховая езда на велосипеде. Прикольно. Ладно. Китайский перевод, ничего не попишешь. Но суть от этого не меняется. Все равно то, что надо, он рисует на картинке. Напоминание о сообщениях. Напоминание о приложениях. Контакт есть. Надо разрешить вообще ему изначально. Ну и... А, и здесь уже галками выбирается абсолютно любое приложение. Такая программа у меня тоже была.
Я говорю, они просто перерисовывают дизайн. Будильник. Три штуки. Программируемый, так называемый. Напоминание о том, что вы засиделись. Напоминание о звонке тоже надо отдельно включить. Можно отклонять с часов, если захотите, кнопочкой. Но я это отключу. Мне не надо это отклонение. Можно фотографировать с часов. Можно активировать экран поднятием руки, а можно это отключить. Ну, как-то так. И язык можно выбирать вручную. Это хорошо. Ну что, с распаковкой, думаю, покончено. Дальше будет изучение. Когда я смогу рассказать все об этих часах, я выпущу видео с обзором данных часиков. Визуально могу сказать, они мне очень понравились. Но это чисто визуально. Кнопочка не очень чуткая, это радует. То есть, когда проносишь мимо руку, срабатывать не будет. Нужно именно прикоснуться, пронося руку. Потому что вот когда я так касаюсь, оно, видели, сначала не срабатывает. Когда уже подержишь, тогда срабатывает. На мой взгляд, прикольно. Экран вообще как бы цветной. Но, по-моему, вместе с Watch Face меняется и стилистика всего меню. Это, по-моему, тема вообще. Ну-ка, если так, сейчас, по-моему, цвета вернутся. Нет, не вернутся. А, да, надпись синяя, по крайней мере, появилась. Ну и единственное, что могу сразу сказать, что стекло заляпывается. Очень хорошо. То есть олеофобкой там не очень пахнет. Какое-то некое покрытие все-таки есть, но это явно не олеофобка. Сейчас последняя попытка. Вот здесь меню, если не станет цветным, значит оно никогда не становится. Нет. Значит, меню не перерисовывается, только главный экранчик. Ну, красиво. Красиво. Погоды нету? Нету. Все. Дальше только в обзоре. Всем спасибо. Всем пока. Это был Латуха и распаковочка вот такого вот. Блин, где от него упаковка-то? Интересного браслетика. Ссылка на браслет будет в описании под видео. Ну а так, Bluetooth 4.0, разрешение 240 на 135, поэтому качество такое прикольное. И IP67, то есть можно плавать, но не нырять. Всем пока!